первое место будет гарантировано. Я сейчас против зеленого. Первый зеленый цвет на трассе — это очень опасный цвет, потому что он смешивается с листвой. Здесь листвы, в принципе, нету, но тем не менее. Зеленая машина — это то, что представляет опасность. Обычно все люди, которые за безопасность, они не выбирают зеленый цвет машины. Только те, кто любит. У меня временно сейчас было первое место. Временно я занял первое место. Сейчас что-то вроде Порша меня обгоняет, но моя конструкция моей машины, да и выглядит вроде бы, не знаю, мощнее, что ли, потому что что-то тут внутри стоит, наверное, серьезное, раз мы так хорошо едем. Занос, стеночку, удар, так хорошо. Хорошее сейчас было ускорение. И мне нужно это первое место. Потому что я играю не просто, я играю на запись сейчас. Мне важно показать результат. Так, не шифтуем сильно. И главное, чтобы под конец меня никто не обогнал. И еще один круг. У меня написано еще один круг. Собираю ускорение. Не паникуем, нечего паниковать. Потому что у нас первое место, немножко задеваю барьер, который может, конечно же, навредить, снизить мне скорость, но пока что все хорошо. Пока что все хорошо, пока что все замечательно. И наша машина идет великолепно. Сейчас самое главное — подобрать еще один зеленый ускоритель. Тогда проблем не будет. Я его подбираю. Меня невозможно догнать, потому что я иду очень аккуратно. И я нацелен на первое место. Снайверди номер один должен быть номером один. И вот я вижу финальный финиш. Надеюсь, никто не обгоняет. И да, это победа. Да, это победа, это первое место, это то, что я хотел.